Всем ходор, с вами Янек, а мы продолжаем прохождение Лего Гарри Поттер с 1 по 4 год обучения. Мы спасли Гарри и Сириуса от дементоров, но теперь нам необходимо спасти Сириуса от казни. Маховик времени разблокирован. В смысле? А мы сможем как-то им пользоваться иначе? Это что-то новенькое. А как нам туда наверх попасть? Интересно, а мы можем воспользоваться нашим клювокрылом? Ну, там, взлететь, я не знаю, на нем. Ух ты. Ух ты. Ладно. Я не знаю, что я делаю. Но я пошел куда-то не туда. Мне кажется, на советню нам точно не нужно. Давайте вернусь назад. Все-таки нам стрелочка показывает на клювика, поэтому... Так уж и быть, полетим мы дальше. О нет, и здесь дементоры нас преследуют. А ребятам везет с такой высоты упасть и не убиться. Не то заклинание. Нет. Я не хочу умирать, Гарри, не умирай. Давайте за экспекто патроним. А с этой стороны не хочет ничего делать. Понятно. Просто нужно было повыше брать. Произошло что-то очень страшное. Вопрос, а нам нужно именно туда? Видимо, да. А мы можем помочь как-то... Нет, Гарри, ну не помочь самоубийце.
помочь вон тому ученику. А в прыжке? Нет, не в Гермиону же. Ну, ладно. Может быть, сможем как-то попасть туда. Чего-то не хватает. Страшные звуки издают. Очередные испытания нас ждут. Странно, я же по ней попал. Я же попал по этой пикси. Да, они вечно появляются, видимо. Так, эта платформа сюда. Хорошо. Соответственно, Гермиона, извини, я нечаянно. Теперь посветим сюда. И у нас открывается платформа там. То есть здесь в идеале нужно вдвоем проходить этот кусок, потому что он подразумевает помощь друг дружке. Постоянную помощь друг дружке. Как видите. Но по-хорошему мне просто нужно переключаться между героями и не выдумывать ничего. Вот Гарри тем более остается на месте. Вообще хорошо. Надеюсь, он остается на месте. Да, он остается на месте. И теперь Гермиона может тоже к нам последовать. Замечательно. Вау. Нет, Гарри. Да не туда. Интересно, а где же наш студент, которого мы должны были спасти, но мне неоткуда было стрелять в дементора. И нам не хватает... Ага, мы можем сюда вниз спуститься, и Гермиона тоже вместе. Во. Не-не-не, вниз. Да вниз! Ой. Здравствуйте, профессор. Как у вас дела? Мы так мимо проходим, нам немножечко загадки поразгадывать.
у вас в кабинете. Видите, нам не хватало всего лишь руки скелета. А в чем Гермиона? Ну, ладно. Давай, Гарри, пей. Нет, не бей, а пей. И мы активировали мост на другую платформу. Это хорошо. Здесь у нас... Хотя мы Дементора здесь вроде как... победили. Вот единственное, в какую сторону нам надо двигаться. Ну, вроде больше некуда. И здесь дементор. Гарри, ты уже столько дементоров, ну, перебил, наверное, сильно сказано. А, тут какой-то другой дементор. Более светлый. Ой. А, это мы пытаемся Сириус освободить. Так. Что-то делаю я не так. Да, ну я ж вроде бы успевал. Оу. Он нас превратил в сосульку. А, теперь понятно, зачем нам нужны вот эти вот. Все. Да я думаю, зачем нам нужен здесь был огонь в таком количестве. Оказывается... Ну-ка, вроде успели. Да не в Гермиону же. Опять превратили нас в сосульки. Странный дементор был. Ого. Ничего себе, на что способна Гермиона. И Сириус вместе с Клювокрылом отправляется на свободу. Но вы же были только что здесь. Как вы оказались там? Бедный профессор.
со сломанными руками. И он нас покидает. Новая метла. Молния. Да ладно. Ну а на этом все. Мы прошли с вами третий год обучения Гарри. Прошли Узника Азкабана. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии и приходить ко мне в гости на Twitch. А с вами был Янок, и всем ходор!